вечер, ассаламу алейкум. Хочу обратиться ко всем своим поклонникам, родным, тренерам, членам команды, партнерам и спонсорам. И прежде всего хочу попросить прощения за ту, которую грязь распространяет про меня, которая не является правдой. Те люди, которые распространяют это видео, хотят меня сломать психологически. Скажу вам одно. Этим вы меня делаете еще сильнее. Вот при такой ситуации я понимаю, кто мне друг, кто мне брат, а кто враг. Спасибо всем тем, кто до сих пор со мною. Я буду дальше продолжать свою спортивную карьеру и готовиться к следующему бою, который пройдет 6 октября. Все, кто меня знает, я никогда в жизни никому не желал зла и до сих пор не желаю. Всем хорошего вечера.